Всем привет! Вчера на моем канале было 100 подписчиков. Преодолела первый рубеж. Большое вам спасибо. Есть планы сейчас по двум видео. Хочу сделать видео о том, как живут аргентинцы, показать вам квартиру. Есть компания, которая строит жилье в рассрочку, но это будет видео не об экономике, а видео просто о том, как живут люди. И мой канал, он больше об этом. Не о том, сколько стоит переезд в Аргентину и прочие вещи. Я хочу вам показать страну и хочу показать культуру, быт. Дальше работаю над видео, которое называется «Корона невесты». Почему оно так называется, вы узнаете, когда посмотрите его. И сейчас мы находимся в кафе «Мороженое». В Аргентине это очень популярно. И немножко позже хочу сделать видео о мороженом и Аргентине, потому что когда-то в Аргентину приехало очень много иммигрантов из Италии, и мороженое — это целая история, целая песня в Аргентине. И я хочу сделать видео. Возможно, для кого-то будет идея для бизнеса. В Урлингаме находится два кафе «Рино», и это семейный бизнес. Кафе существует более 54 лет, и сейчас им управляет сын основателя. И вот этот плакат с акцией по мороженому в честь дня рождения кафе висит здесь уже несколько лет. Это независимо от страны. В любой стране это очень хорошо, когда люди могут иметь то, что создали. И когда созданное ими дело может существовать очень много лет. Картины, размещенные на стене в кафе, очень хорошо отражают атмосферу этого местечка и очень типичны. Сейчас здесь период выборов, и даже в кафе «Мороженом» лежала газета с рекламой, с информацией о выборах.